Բարձրացած առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը եւ օնլայն տեսակապով կզրուցենք ռուս քաղաքագետ Ալեքսանդր Սկակովի հետ։ Добрый день, господин Скаков, спасибо за согласие на интервью. Россия готова стать посредником между Арменией и Турцией в диалоге по нормализации отношений и содействовать в любой форме, заявил замглавы МИД Андрей Руденко. И по словам Руденко, российский подход состоит в том, что соответствующие решения могут быть устойчивыми только при наличии консенсуса между Баку и Ереваном. Насколько правильно класть все яйца в одну корзину? Ведь мы помним, что футбольная дипломатия фактически была попыткой развести интересы Турции и Азербайджана. Ну, вы знаете, ситуация немножко изменилась с тех пор. Я думаю, что сейчас позиция Турции, она немножко иная, чем была тогда. Вот. Конечно, для Турции сейчас очень выгодно и очень важно наличие коммуникации с Азербайджаном, их работа через Армению. Вот. Ну и я думаю, что за этот вот, такой хороший шанс вот, Турция может пойти на какие-то уступки в плане деблокады, в плане чего-то еще. Я могу даже напомнить, что когда вот было, вот процесс улучшение отношений между Арменией и Турцией, когда был шанс, что тема геноцида будет отодвинута на другую сторону. Вот. Тогда, видимо, со стороны Азербайджана было очень сильное давление на Турцию, чтобы этого не было. Вот. Но тогда со стороны Турции были предложения со стороны России. Вот. Чтобы Россия не мешала улучшению отношений между Турцией и Арменией, например, открытие коридора между Трабзоном и Арменией, то, в том числе коридоры для грузов и военных тоже, разумеется, конечно, для всех грузов. Вот. Я думаю, что Турция может пойти на любые уступки, если это будет ей выгодно. Да, так что я думаю, что здесь большая тема для переговоров и большой простор для дальнейших и спекуляций тоже на эту тему. А вот насколько Азербайджану выгодна нормализация отношений Армении с Турцией? А не может ли Азербайджан, используя свои собственные средства, в том числе и экономические, надавить на Турцию в этом плане? Может, конечно. Конечно, может. Но уже сложнее стало ему это делать, потому что сейчас все же вот давление на тему Карабаха, оно гораздо менее серьезное стало для данного вопроса, чем было раньше. Вот, я думаю, что, конечно, он будет давить. И, конечно, ему сложно давить, потому что вопрос в том, что коммуникации между Азербайджаном и Турцией выгодны и Азербайджану, и Турции. Вот. Но за все коммуникации, за любые шаги в данную сторону, надо что-то отдавать. Надо идти на какие-то компромиссы. Вот. Я думаю, что он понимает Баку. Вот. Я думаю, что он будет идти на эти компромиссы. А чем объясняется вот известное недовольство в российском медиапространстве относительно попыток урегулирования армян-турецких отношений? Известно, что башни Кремля разные, и что интересы этих башен иногда по вопросам внешней политики не совпадают. И есть у определенных кругов опасения, что эта нормализация может быть в рамках российско-американских отношений. Ну, вы знаете, я думаю, что сложно сейчас говорить о роли Запада и Америки, в том числе по отношению к Карабахскому конфликту, к отношению между Арменией и Россией. Потому что в то время, когда была последняя война в Карабахе, Запад ее проспал, по большому счету. То есть, сами понимаем, что в то время в Америке были выборы, Америке было не до Карабаха, не до Армении. Во Франции и в ЕС были проблемы с беженцами там, и так далее. Франция пыталась вмешиваться немножко, но очень вяло, мало,
непоследовательно пытался это делать. Вот. В итоге вмешалась Россия. Конечно, сейчас у Америки, у Франции, ну, не у Франции, а у ЕС, есть соблазн большой Россию отодвинуть в сторону, переиграть Россию, вот, и занять свое место в данном процессе. Но это уже не получится, это уже просто. Но есть также мнение, что Россия сама не готова нести вот этот тяжелый груз ответственности за стабильность в Южном Кавказе, и что Россия в этом вопросе может пойти на компромиссы и переговоры с Западом или с Европой. Для начала скажем то, что чтобы Россия пошла на компромисс с Европой и Западом, для этого нужно улучшение отношений между Россией и Западом по разным другим сторонам. То есть, не считая Южного Кавказа, то есть у нас нет... Карабах не является, Армения не является главной темой в отношениях между Россией и Западом. Более важная тема это Украина, например, да? Вот, Белоруссия Вот именно тоже важная тема. поэтому, в некоторых вот на Южном Вот если Кавказе бы один... пойти на уступки, чтобы сохранить более свободным свой фронт в этом отношении. Если будет найден компромисс в отношениях между Россией и Западом, я имею в виду Украину и Белоруссию, например, в данном случае, в первую очередь, то дальше уже будет проще его находить в отношениях между Россией и Западом по отношению к Карабаху, к Армении, Азербайджану, Грузии в том числе. Вот. Но это не является главным фронтом борьбы или не борьбы, не знаю, как назвать, вот такого вот, ну, противостояния между Россией и Западом. Да. Кавказ не является чем-то важным очень сейчас. Гораздо важнее Украина сейчас, гораздо важнее Вот Белоруссия. именно в этом аспекте Кавказ как бы является тылом. И чтобы главные проблемы, важные проблемы решить, ты должен быть спокоен, чтобы у тебя тыл более спокойен, урегулирован, и ты свободен в этом отношении. Да, ваш тыл сложно выигрывать. Тыл, связанный с Арменией и Азербайджаном, Не с начиная с Арменией, с начала... Южным Кавказом. Давайте уточним. С Южным Да, Кавказом, не с Арменией. хорошо. С начала 20 века все это тыл очень постоянно их развит, трясет и так далее. Вы сами знаете. Та самая Шуша, все красно было, сожжена. Какой это был город в свое время, да? Вот. И что из него стало? Вот. Поэтому в данном случае это вековая проблема, это большая проблема не только для России, для всего Южного Кавказа, в том числе. Вот. И это сложно решаемая проблема, конечно. Вот. Но я думаю, что если будет найден компромисс между Россией и Западом по отношению на нашем как бы, западном фланге, ну, вот там, где находится больше наш интерес, так скажем, то после него будет найден компромисс и на этом фланге тоже. Вот. Но сейчас здесь. Да, Может ли что? Запад рассмотреть предложение Москвы под угрозой вторжения в Украину российских войск? Президент Путин потребовал от Запада письменных гарантий безопасности, как мы знаем, в частности, неприятия НАТО в Украину и других государств ближнего. Угроза вторжения войск может быть там только в том случае, если Украина займется агрессией против Донбасса, Новороссии и так далее, да, то есть против ЛНР и ДНР. В том случае, если Украина будет заниматься агрессией против ЛНР, ДНР, прямой военной агрессией, если будет война, тогда я уверен, что Россия вмешается. Это наши граждане, мы обязаны их защищать. И вот. Никакого другого вторжения в Украину быть не может. Украина страна независимая, и Россия не претендует никак ни на Харьков, ни на Чернигов, ни на Киев. Пусть это будет Украина. Вот. Но давайте вернемся к нашим баранам. Вернемся в наш регион. Да. Да, именно А так. вот интересы каких силовых центров пресекаются вот в данном процессе, в процессе урегулирования армяно-турецких отношений? Потому что известно, что правительство Исламской Республики Иран сообщает, что правительство Ирана предложило открыть в Кабане генеральное консульство Ирана.
Ну, вы знаете, я думаю, что Иран немножко проспал ситуацию с Карабахом, потому что, конечно, Ирану было выгодно наличие бывшей территории НКР, и вот с всеми границами. Вот, и это было некой гарантией ситуации статус-кво между Ираном и Азербайджаном. Сейчас ситуация другая стала. Я думаю, что Иран прозевал данную ситуацию. И сейчас Иран, как было свойственно в его истории, Иран ориентируется на сторону сильную. То есть на сторону сильную, в данном случае, это на Баку, на Азербайджан. Вот. И думаю, что любые действия Ирана будут сейчас направлены в сторону Баку. То есть А он будет делать... процесс вступления Азербайджана в Евразэс и ОТКБ, некоторые политологи, в том числе и Александр Дугин, считают, что это вопрос времени, и что этот процесс зависит от нормализации армяно-азербайджанских отношений. Именно на данный момент. Не знаю, что будет через 100 лет, да, например. Как может быть сейчас одновременно быть Армения и Азербайджан? Совершенно разные интересы, совершенно разные ориентиры. И вот совершенно ясно, что Азербайджан ориентирован на Турцию, совершенно ясно, что Армения ориентирована на Россию. И как это может создаться в одном месте, я не понимаю это. Я считаю, что это просто полная фантастика и это инсинуация, так скажем. Вот. И ЕАЭС, там разные формы. Там есть форма и членства, и есть форма партнерства какого-то. Я думаю, что какая-то форма партнерства, она вполне реальна для Азербайджана. Там можно найти некоторые условия, выгодные для Азербайджана, в том числе, вот, имеющие место там снятия каких-то ограничений таможенных, например, да. Вот. Это реальные вещи, это экономика. Не более того. Спасибо за интервью, господин Скаков. Спасибо за комментарий. Спасибо. Հիշեցնեմ, որ օնլայն տեսակապով զրուցում էինք ռուս քաղաքագետ Ալեքսանդր Սկակովի հետ. Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվական եթերում։